Подробная видеопрезентация курса здесь. Сайт о курсе здесь. Просто пройдите по ссылке. В курсе 10 уроков. Подведя курсор к ноте с уроком, вы увидите тему урока. Нажав на урок, вы перейдете к упражнениям урока. Каждый урок содержит 8 упражнений, разделенных на 2 группы по 4 типа упражнения в группе. Первая группа – Words – включает упражнения, направленные на запоминание слов. Вторая группа – Sentences – состоит из упражнений, цель которых – запомнить фразы, состоящие из слов, изученных в первой группе упражнений. Каждое упражнение состоит из следующих 6 видов записи. Вид номер 1 – только голос диктора. Виды со 2 по 6 – это голос диктора, произносящий ритмично слова или предложения под различный музыкальный аккомпанемент, который вы можете сами выбрать. Упражнения от простого к сложному, от слов к фразам, от прослушивания, повторения и перевода на русский до перевода на английский. Вам просто необходимо выполнять их по порядку, и тогда вы запомните все –